Настоящий король американских дорог Ram TRX. Ух, 700 лошадиных сил, ребята, и это не максимум. Этот мотор с легкостью раздувается до 1100 лошадиных сил, если установить в него Stage 2. Здесь у нас огромная крышка, и под крышкой у нас есть небольшой сюрприз для всех владельцев, любителей Ford Raptor, ребята. TRX поедает Раптора. Это настоящий американский маркетинг. Здесь у нас установлен мотор V8, клапанная крышка оранжевая, сверху компрессор стоит. Вот и все, в принципе. Еще раз повторюсь, 1100 лошадиных сил, я даже до капота допрыгнуть еле-еле получается. Это не максимум, ребята. Диски от Wosson. Level 2, поэтому машина немного выше обычного. Рост у меня 1,82 м, рука на вытянутую даже до капота не достает. Огромный, настоящий автомобиль американский, который способен прыгать даже по трамплинам. Обратите внимание, он гораздо шире, чем обычный полторашка. Ну, Ram 1500 имеется в виду. На 35 сантиметров шире, для того, чтобы колеса хоть как-то не выпирали за кузов, его расширили. Обратите внимание, здесь тоже воздухозаборник стоит прямо возле фары. Ледовская оптика, ну и реально тачка, которая может прям с разгона, ребята, прыгать по трамплинам. Музыка у нас Харман Кордон, я так думаю, что, наверное, это чуть ли не последний автомобиль в мире, такой более-менее, который стоит, использующий настоящую кожу, ребята. Это натуральная кожа, это никакая не дермантиновая кожа, но реально натуральная кожа. Здесь и напа есть, и алькантара есть, и карбон есть, и хром черный есть, в общем, все напихали, что могли. Харман Кордон музыка. Шумка, ребята, бешеная. Несмотря на это, все равно звук мотора слышен очень сильно. Сзади у нас установлено две колоночки от Harman Kardon. Прямо кордон, прямо в потолке. Фирменный шилдик TRX. Огромный подлокотник, тоже с алькантары. Здесь огромное меню выбор, куча регулировок езды, режимов подвески. Здесь и пневмоподвеска есть, лаунч-бар есть. В общем, все, что можно было воткнуть в этот автомобиль, и спортивного здесь уже стоит, ребята. И высота у него огромная. Смотрите, как я с него буду спрыгивать. Сзади у нас есть и вентиляция, и подогрев сидений. Ну, в общем, ребят, что говорить. Самый мощный, самый быстрый американский внедорожник TRX с мотором 6.2, компрессор. Это просто дурдом, а не машина, ребята. Пишите в комментариях. Кстати, это ключ от Хонды. Вот так уже получше будет, да? TRX. Как думаете, в какую страну поедет? Ребята, встречайте его. Скоро будет у вас.